В этом ролике я не буду заострять ваше внимание на последовательности становления легавой и о трудностях, с которыми я столкнулась в процессе. На ваш суд несколько работ, молодой собаке. От первой стойки до первой охоты. Итак, Курцхар Дерика 1,5 года начала процесс обучения в поле по болотной дичи. После нескольких выходов в поле первая работа по дупелю. Начало положено. Для начинающей первопольной собаки совсем неплохо. Пип! Хорошо ко мне! Рождение легавой состоялось. И это подтвердилось неоднократно в последующие дни работы в полях. Наша легавая, мне понравилась, прекрасно. Пип! Браво! Ты мой золотой! Ко мне, Терри! Оп, вот так. Вот это уже дупель. Привет, понимай! Привет, понимай! Хорошо! Молодец! Вот он! Да! Я иду, да, птица побежала. Оп. Вперед! Браво! Отработав стайку серой куропатки, Дерика продемонстрировала свою универсальность. А вот и встреча с зайцем-русаком. Стойка по зайцу. Браво. Молодец. Отличная работа. Молодец. Первая охота. Добыча птицы и первое применение навыков аппортировки. Молодец. Терри, даун. Даун. Обязательно с посылом. Выстрел Дерику чуть смутил. Но не критично. Уверена, что с опытом охот она перестанет обращать на выстрел внимание. Теперь мы снимем подачу. Ветер ее.
Молодец, хорошо. Вот такая вот получилась помощь. Влажных тебе лугов, Дерек. А хозяину метких выстрелов из-под стойки под ружейной легавой.